Всем привет, с вами Старый Партизан. Так, сегодня у нас очередной матч турнира. Сегодня будет интереснейшая заруба. У нас встречаются команды кланов Лис ВП и Добро. О. Так что присаживайтесь поудобнее, будет горячо. Так, сейчас мне нужна еще буквально секундочка кое-что делать. Кое-что сделать. Сейчас я ссылочки раскину. Кланом кину. Правильно кину. Так, Слав, да-да. Тебе без разницы пока куда? Без разницы, просто потом менять будем, да и все. Давай. А первоначально абсолютно без разницы. Так, куда нам? Добро. Так. Так. В принципе. Одного. В принципе, я готов, да. Муслим, привет, привет. Что-то я руками машу, я вебку убрал, чтобы не мешать обзору. Такое. Дело интересное. А ты готов? Все подряд. Привет, Максим Стрелков. Привет, привет. Спасибо. Ну, Слав, ты готов? Да, да, я готов. Удачного не мне. Я не участвую. Только буду стримить, показывать вам зарубу между Аноме и Добром. Так что, так что. Между Аноме. Между Лис ВП, господи. Лис ВП и Добро сегодня. Турнирный матч. Я уже чуть-чуть заговариваюсь. Будьте наготове, вы подлетаете к зоне столкновения. Смотрим, покрашиваем, чтобы ни у кого не было. Тишина, я разбиваюсь. Так, а у нас тем временем СВП разделились. Опа-на, вот это номер. Нежданчик, кстати. Видите, что они делают? На три группы поделились. Почему-то лисов на три нет. Опять, да что ж такое, на самом интересном месте. Так, СВП-центр отдали сами, они туда просто не полетели вообще. Да, это странно. Александр, Александру, привет, привет. Не, ну тут-то очень хитрая тактика. Они... Это радар начинают отдать. Да, просто. Они пытаются два радара сразу забрать. Вот что это происходит. Куча.
Так, блин, ну радар они... Второй радар затянулся, они его взяли. Они его взяли. Ну, теперь они будут забирать центр. Да, сейчас еще идет это... Ударное звено туда идет бомберов. И они, скорее всего, туда пойдут с ударным звеном сразу же. Сейчас, если не сами... Они куда все идут? Да, да, они же с ударным звеном. И если не сами, то они будут... Так, я думаю, они его заберут. Да, да, отбили центр. Да. Отбили центр. Держит центр. А там кто-то крабит. А у нас штурмовик крабит уже. А, последний укреп район. Это одно. Опа, они его забрали. Так держать, пилоты. Вот что это вас? Номер. Вот это номер. Превосходство. Они стараются встречать вне точки. Угу. Не, ну это что это? Победа уже близко. Так держать. Тату теперь уходит, чтобы они добрали. Тут пока шансов я не вижу. Добро, я не вижу пока шансов. Странно довольно-таки. Быстро взяли превосходство и держат. Все. Победа за нами! Возвращайтесь! Победа! Да, ну что. Причем счет такой 800-156. Ну, получается так, что аэродром не в приоритете у них, и они могут забрать его в любой момент. Они за счет двух тяжей просто пошли на дальнюю точку быстро. Да, забрали два командных центра, а отдали центр, ну, отдали авиабазу. И, блин, тут сразу пошло звено ударное на центр, на авиабазу, и они вместе с ним влетели туда. Потому что я видел, что там два самолета, по-моему, начали контриться за звеном, за бомберами. А они, блин, влетели туда совсем, с двух сторон, причем зашли. Хитро. Так, ну вот, результаты боя, кому интересно. На паузу и можно посмотреть. Так. За добро. Я уже перекинул. Пан Герман Ильич, привет. Паша, ссылку на стрим я закидывал им
Андрей Сумцов, привет, привет. Я же закидывал в ЛСВП, закидывал стрим, ссылку на стрим закидывал. Может, я не туда кинул, куда надо. Добро. Специальную группу закинул. Поехали. Поехали, готов? Я да. Погнали. Я как пионер. Всегда готов. Внимание! Вы входите на территорию противника. Так, смотрим внимательно. До засвета краши не будет он. Вроде бы все погрузились. Покажите, на что способны. Так. Добро идет, по-моему, опять на центр. Лисы разбились на три группы, и опять они забирают центр. Да, добро всем составом пришло на авиабазу. Уже. Чать. Даже не спать пошли. У них получается так. Очередной раз убьемся. Картина не очень хорошая, но тем не менее третью точку пока ЛСВП не могут забрать. И опять же идет звено бомбардировщиков. И, блин, такое, когда хочешь. Заберут центр сейчас опять. А вот, все. По третью точку забрали. Вау, как они. Когда успели. Центр сейчас опять заберут с помощью бомберов сами, да. Опять такое дело тут сейчас будет. Один укрепрайон, на который никто не идет, никто. А почему туда бомбардировщики звена не идут? Это весьма странно, кстати. Забрали до центра. Ну, точку добро отбили.
Центры не отдают теперь уже. Центр теперь не отдают. Конечно, они все теперь тут тоже и появляются на центре. Да. Теперь очень мобильно. Центр лететь по-быстрому на любую точку. Ага. А уже три самолета. Ага, отбили. Отбили. Командный центр отбили. Опа, там идут два истребителя. Добро или СВП. Все-таки по одному самолету добрались до последнего укрепрайона оставшегося. Сейчас еще и потекут. О, там еще два самолета. Да, сейчас они все-таки, наверное, возьмут. Да. Опять сделают подсход. Могут сделать им. Теперь там тяж. Да, все сделали. Превосход опять. Там тяж в одиночку пытается что-то центром сделать. Блин, мы на грани поражения. Отбили один команд. Атина очень похоже, как мы Аном 1 играли с лисами. Очень тяжело, как бы. Против такой тактики лис играть от высоты. Ну, вы уже понятно, да, не дойдет уже здесь до розового фронта. Да. Такое. Побеждают лисы второй раз подряд. Ой. Да, 2-0. Так, что у нас тут? Ну вот, опять же командные результаты. Кому интересно, смотрим, на паузу ставим, посматриваем. Так, сейчас будет теперь карта меняться, да, насколько я понимаю? Да, да, сейчас будет карта с 5 звездочками. Секунду, меняю карту. Холодный пик, как колыбель. Так, ну я, если что, здесь. Я готов. В принципе, я готов. Останемся, потом поменяемся. Вот и все. Так, пока у Добро не хватает одного человека. Угу, вернулся. Так, Ирбис пойдет теперь на мид. Без этого. Без штурмовика. Поменял. Они решили ставку сделать на мепись. Смотри. 4 немцы, 1 як. Лисы тоже теперь меняют.
Слав, ты готов? Да. Так. Да, антитактику нужно, но уже другая карта. Другая карта. Все, поехали. Другая тактика, другие самолеты. Посмотрим, как они смогут сейчас с такой вот сейчас командой. Внимание! Вы входите на территорию противника. Пять точек, все укрепрайоны. Забирать точки теперь очень быстро можно, и единственное есть то, что до них долетать. Так, Тим. На три точки пошли. Да, пока пошли на три точки. У меня получается лисы втроем идут на центр. Наоборот, тоже трое нам. Вот сейчас там будет. Здорово, будут. Если берут одну. Самое интересное, я респанулся. Попробую на центре. А ничей центр. Центр пока ничей. У лисов две точки уже. По две. Лисы берут. Перехватили. Хватили. Все-таки взяли они. Знают атаковать. Начинают атаковать. Центр Халк, привет, привет. Точка, привет. Нет, еще не пробовал. Не, как не пробовал? Я играл в него, когда-то много играл. Ну, достаточно много. Сейчас пока нет. Блин, опять. Так. О, алисы, блин, ушли в 4 самолета. Добро, самолетов там нет ни одного. Забрали четвертый. Все, забрали, да, четвертый. Да. А, нет, подожди, про кроссовод соврал. Пробовал, играл чуть-чуть, но ну, немножко. Много, немного. Я про другое что-то. Так, а у нас... Блин, одна только точка. Только одна точка. Вторую добро забрала. Но все равно уже больше 100 очков, если он ведет. Да, очень большая. Уже разница, да, больше чем 20. Ой, больше чем 120 очков. Уже штурм забирает пятую точку.
Да. Ну, блин, да, забрали. Забрали. Одну точку добро отвоевала. Так, вот два самолета зашли на центр. Алби у нас зашел в одиночку на укрепрайон. Дальний. Опять респанулся. Так, ну у Алби там никого нет, никто не мешает. Тоже пока никого, если успеют сбить. Да, забрали. Успели хватить. Да я успею. Хватить. Сейчас куда хочешь. Так. Доктор там, блин, воюет в одиночку. Пытается забрать укреп. Правильно, добро. Забрал. Так. Так, и там два самолета уже укреплю. Добро. Докторов встречают, вижу. Так, забрали. А, ну, поменялись. Забрал, на него идет притяж. Хвостами уверенный. Так, тем временем добро идет туда на точку, два самолета. Повторяю, поддержки не будет. Да, и мы на грани Алби заходит, три самолета заходят. И опять как обычно. Самолет отправляем вниз. Ситуацию смотрим на мини-карте. Уже. Так, забрали. Ага. Алиса тут забрали. Забрали точку. Пять секунд. Три секунды до грузового фронта. Тут, походу, уже будут сейчас появляться те, кто просто разобьет друг друга. Сейчас интересно. Я... О! Да, блин, это просто вот раз, 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 раз. Собираться и как бы друг друга, наверное, теперь вырезать. Тебе уже выбыл из игры. Да, верно. Пакостника сбили. Так. Маусы сняли. Ил-40 сбили. Так, все, Алби один остался. О, да. О, да. Ношенник. Начинают забирать точки. Они сейчас идут вон, Алби. Так, за ним идут двое. Уже мало что меняет, в принципе. Собьют. Мало что меняет. Я пойду убьюсь. Да. Меня еще сейчас убьют. Убьют или убьюсь, это уже без разницы. Не успеют меня убить. Так. Отходите для
3-0 получается. В общем-то. 3-0, да. Так. Замешкался. Так, 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 сейчас результаты показываю. Так, кому интересно, на паузе. Просматривают после. Ох, тут маус дербанил 16. Вот. Ну, я, в принципе, готов. Да, сейчас я перекидываю. Ага. Тебя крестом, меня добро. Финальный бой. Да. Прикрывайте своих, бейте чужих, и победа будет за нами. Так, сейчас мы будем смотреть за лист. Как они так, блин, успевают? Вперед, пилоты! Покажите наши запасные. Алиэкспы не поменяли? Другой. Да. Забыл поменять. Ну ничего страшного. Ничего страшного, сейчас поменяем. Там тут чуть-чуть заминочка. Сейчас вот так. Так, у добра одного не хватает человека. А вот человека не хватает.
Лен есть. Поехали. Силанец, привет. Внимание, вы входите в зону боевых действий. Ну что ж. Готовность номер один. Последний, Ибуха, последний пилоты. Бой. Так, я пошел в землю. Покажите, на что способны. Получилось уходом. Так, на три точки делятся. На три точки. То же самое происходит. Тоже добро идут на три точки. Маруа пытается по-быстрому взять центр. Лиса одну точку, один укреп забрали. Делал штурмовик. Так, я опять лезу. Забрали центр. Да. О, да. Центр забрали. Так, туда на точку идет штурмовик. Ага, его тут встретят-то как раз. Добро взял третью точку. И теперь будет, как бы, наверное, на центре теперь встречать. А это. Решил уйти, по-моему. Да, он решил уйти вообще, оставить штурмовика в покое. Отбили центр. Блин, тут все быстро происходит, однако. Так, там штурмовик лупастит. Доктор летает. Но на него уже тут идут. Лисы заберут сейчас четвертую точку. Да. А, штурмовик забрал маус. Так, а тут-то что? Да, очень быстро лис ВП. Я понимаю, да? Или... У нас полное превосходство. Превосходство. Опа, опять превосходство. Такое. Лютуют, лютуют. Лисы лютуют. А, все-таки два тяжа. Так, на одну точку забрали. Забирание точек. Так, где у нас тут самые эти? Наверное. Вот. Thank you.
300 очков. Бывает. Так, общая картина. Опять превосходство. Хорошо. А это у нас был штурмовик здесь. Право. Победа уже близко. Так держать. Это опять я. Так, одну точку добро опять. Ходит. Разбиться не могу, в стену уперся. Все. Все. Так, все, 8 очков. Тваруха. Я горжусь вами, пилоты. Ну такое. Это будет уже 4-0. Лис продолжает набирать свои очки. Да. Никто их пока остановить не может. Такое дело. Плохо. Ну что, командный результат, вот опять же. Кому интересно, смотрим. Ну это уже на паузе. Паш, ну поздравляю. Здорово, здорово. Здорово всем зрителям. Да, спасибо большое. Здорово, поздравляем, поздравляем. Спасибо, что-то вас никто пока остановить не может, а? Что вы кушаете перед боями? Мы фасоль. Как завещал этот Папай. Фасоль Бабай? А, шпинат, шпинат он ел. Папай. Есть такой моряк, короче, сильный. Здорово, Саш. Спасибо за бои. Вообще, ну, скилл есть скилл вообще основного. И чуть растерянность, конечно, так не у нас. Спасибо. Ну, вообще, конечно, прям так зачетно, слушай, потрепали. Ну, на второй карте вы практически уже могли перебить как бы ход. У да? нас у нас с этот какого. Мы до грозового не дотягивали. У нас защитники сбили истребителя. Мы хотя бы нам бы чуть попротянуть. Я тебя выкину меня. Вот, короче. Так что, ну, ребят, видно скилл, что сказать-то. На самом деле тяжеловато. Очень тяжело с вами. Бороться у вас всегда скоординированно по два идет. Когда я там одного-второго сбиваю, у меня сразу еще второй, ё-моё, пока одного сбиваю, еще второй срезает. То есть троих вас снять одновременно невозможно. А так хорошо. Хороший такой адреналиновый спортивный бой. Блин, кстати, да, спасибо вам большое. Очень было интересно, кстати, с вашей командой тоже поиграть. Вот. Желаем вам успехов и удачи и развития дальнейшего. Вот на второй карте действительно было, вот мы даже сами такие, ёлки-палки, бой затянулся крайне долго. Это, наверное, был один из самых значимых таких и очень впечатлительных боев. Вот это третий бой на первой карте. Третий, именно третий. Да. Ну еще мне, знаешь, хотел сказать такой момент. Все-таки ударник у вас, не знаю, чем он, но когда я уходил, ну прошел у него дамаг. В лоб уходил, ё-моё, на вираж. Как прошел, я даже думаю, ё-моё. Думаю, отвлеку. Ну, владешник прям хорошо забрал. Да мы сами и не ожидали, на самом деле, что штурм так у нас на второй карте отыграет. Да. Получилось прикольно. Весело было. Не спорю, клево. Ну что ж, наверное, буду я заканчивать на этой веселой ноте-то. Давайте зрителям вообще стримчик, да. Удачи тоже в боях пожелаем. Вот, вы еще пока пообщайтесь, а я все, пока-пока. Всем пока-пока тоже. Пока-пока, ребята. Так, ну что. В общем-то, посмотрели. 4.
боя. Послушали участников после, капитанов команд. Ну, на этом будем заканчивать. Так что всем, кому понравилось, не забываем поставить лайк. Подписываемся на канал. Следим за турниром. И каждое это получается так, что просто, ну блин, некому стримить что ли в выходные. Вот я не могу в выходные в это время. Поэтому договорились вроде как на четверг команды. Ну и я, вот время у меня есть, постримил. Вообще турниры не только я. Много стримеров стримит бои. Одному невозможно за всеми боями это уследить, усмотреть. Так что смотрите в группах. В социальной группе, наверное, все скидывают. Может, не все, но все равно скидывают. Ну, в клановых группах везде скидываются ссылочки на стримы по турниру. Так что смотрим, следим, болеем за команды. Вот, ну а на сегодня все. Всем пока-пока.